Рабочие на улице Панфилова словно из пульверизатора покрывают каток льдом из гидранта. Сейчас они устанавливают так называемую снежную подушку. Когда слой застынет, они повторят действия снова и так 3-4 раза. Каток на улице Панфилова пользуется большой популярностью у жителей, и его начали заливать одним из первых в городском округе. Как только температура там к нулю подходит, мы начинаем включать компрессора и потихонечку наливать лед на гравий, который находится у нас под ногами. Вот, все, подушка схватывается, и потихонечку мы заливаем. Компрессор подключен к системе охлаждения. Она находится подо льдом и помогает стабильно держать температуру покрытия до минус 7 градусов. Благодаря такой современной холодильной установке лед остается стойким на протяжении всего сезона. Каток площадью в 1300 квадратных метров станет доступным для бесплатных посещений, как только наступят отрицательные температуры. Андрей Панченко, Олег Тюрин, Дмитрий Бочаров, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.